Я просто горжусь ими. И это Мария Порошина и Евгений Раев. Фьюжн. Мария Порошина, Евгений Раев. Специальный номер в финале «Танцев со звездами». Конечно, конечно. Я еще раз хочу показать всем, как, в какой форме Маша находится в конце проекта. В справке написано минус 9, но мне кажется, что больше, если честно. Минус 9. Минус 9, друзья. Давайте а что это за справку такой ты собираешься? Где такие справки дают? А нас тоже взвешивают на въезд? Тебе написано плюс, наверное. Ты все у вас написано сегодня температура 36,1. 36,5. 36,5, простите. Маш, вам так идет этот образ? Ходите так. Прям очень красиво. Спасибо. Да. Маш, ты когда вышла, я прям вздрогнул, потому что вышла Наташа. Ты так с этой прической вот в этом похожа на маму. Безумно просто. Безумно. Жень, но про вас написано, что вы просто умотали девку. Там именно вот такая цитата в справке. Справки? И она еле выжила до конца проекта. Да на самом деле я сам еле выжил. Мы прям поставили достаточно высокую планку и... решили работать, не покладая рук. Хотим увидеть эту справку, которую ты... Что это? А что там про нас написано с Гариком? А там плохо написано. Раз про меня плюс написано. Про Женю написано, что он специально для проекта вернулся из Америки. Для того, чтобы быть с вами. Написано, что все дети теперь в вашей семье тоже танцуют и активно выкладывают в соцсети танцы вместе с мамой. Осознав, какая она у них большая танцевальная звезда. Написано, что вы ссоритесь между собой и даже повышаете голос друг на друга уже к концу проекта. Ссоримся, да, но голос нет. Я не представляю Машу, которая повышает голос. Вот я и хотел бы представить, как это выглядит. Просто. Нет, потом миримся, это все шло на благо, на пользу. Это такие творческие просто выяснения, как лучше танцевать, и все. Ну что, спасибо, ребята, спасибо за участие. Вы подарили столько прекрасных минут всем, кто смотрел 11 сезон. Мы провожаем вас за кулисы и ждем вас на финальном выходе. Спасибо.